сегодняшнее слово будет слово «ой», что значит «сегодня». Я думаю, вам тоже пригодится это слово. Пумочка. Еще раз повторю. «Ой, сегодня». Пусяня. Кс-кс-кс. Моя девочка. Моя девочка. Выспалась? Пуся выспалась. Пуся приставалкина. Пуся приставалкина. Учиться мне остался последний годик, и хочу вам показать свое расписание. В общем, по понедельникам я буду учиться аж до 9:30. По вторникам вроде тоже до 9:30, но вчера я этот предмет просто пережила. Вчера же был вторник, правильно? Да, вторник. Сегодня у нас среда. Так, и у меня с 3 до 5 какой-то будет интересный урок. А потом с 5:30 до 8. Еще... этот урок у меня был вчера, последний. И потом у меня будет этот классный час, но надеюсь, что его не будет. Так что, только я сегодня максимум до 8 буду. До 8:30. Я не думаю, что мы целый час будем сидеть на классном часу. Я думаю, там сидеть не будем, поэтому я сегодня раньше закончу. В принципе, чуть-чуть позже, чем вчера нас отпустили. Вот, все вот эти вот предметы, это все для меня новое, потому что в том прошлом году мы учили совершенно другие предметы. У меня расписание 3 штуки, то есть на каждый триместр у меня разное расписание. Но они очень похожи между собой на самом деле. Немножечко есть перемены. И вот последний триместр. Вот такое вот расписание. Так что вот такие вот делишки. И, кстати, сразу нам пишут, когда у нас выходные и когда у нас каникулы, что тоже очень удобно. Можно, кстати, в дневнике пометить и знать, когда мы отдыхаем. У нас, кстати, эти каникулы рождественские с 23 декабря по 8 января. Да. И Пасха у нас с 8 апреля по 17 апреля. У нас каждый год всегда только двое каникул. Осенью каникул у нас нет. И что, вот зимой каникулы и весной. И все. И потом летние. Вот, но в этом году это у меня последние каникулы, потому что летом все, я свободен, как в песне поется. Потому что я заканчиваю этот год и все. Кстати, у нас совсем немного упала температура. У нас в основном сейчас средняя температура 25, наверное, градусов. Но днем поднимается до 30. То есть днем очень жарко. Но вот утро и вечер температура довольно сильно-таки упала. И у меня сразу же стало сухое лицо. Все лето я так радовалась своей коже, которая не сухая. Она была нормальная, даже чуть-чуть жирная. Вот здесь вот она у меня жирнилась на лбу немножко. То сейчас я снова, наступают холода, приближаются, я снова перехожу к своему маслу. Этот Санталь, кстати, это вторая уже бутылочка, и мне ее тетёля подарила, Ванина мама, потому что она себе купила, ей не подошло это масло. Вот, так что я буду в этом году снова спасаться этим маслом. В прошлом году тоже всю зиму пользовалась. Это просто находка для сухой кожи. Вот, я сейчас умылась и сейчас буду наносить это масло. И буду стараться на ночь тоже наносить, потому что его лучше всего использовать ночью. Вот, по крайней мере, на меня оно действует ночью очень круто. Я просыпаюсь, и лицо не жирное, то есть остатков масла нет, но лицо такое мягенькое. И такое увлажненное, нет вот этих вот у меня шелушений, как обычно. Вот у меня щечки шелушатся, но мне кажется, даже видно, что они такие, знаете, розовые. Такие вот
Не знаю, может, это реакция на то, что уже пора выходить на учебу, не знаю. Ладно, сейчас буду мазаться и краситься. Ребята, всем доброе утро. Я сейчас в Плейдару, потому что мне здесь нужно порешать дела с бабушкой. Вот, и, в общем, потом я возвращаюсь обратно в Барселону и иду уже на учебу. Дел очень много, надеюсь, все успею. Сейчас 10 часов утра, может, даже чуть меньше. О, да. Так что я сегодня лягушка-путешественница, везде успеваю. Сейчас еду за бабушкой на лифте. Мы только что зашли в кафешку. Посидели в кафешке, вот, а тут вот смотрите, какое замечательное море. Мы сейчас в Сагаро находимся, маленький поселочек такой. Ой, тут машины едут. Тут такой спокойный пляж, черное небо. Мы думаем, пойдет тут обязательно дождь. Вот, людей практически нет на море, но здесь очень красиво. Мне здесь очень нравится. Обалденно. И моя бабулечка стоит. Все, идем. Ребята, все. Я отучилась, и я иду домой. Представляете, я думала, что сегодня будет короткий день, нам чисто там презентация, бла-бла-бла. А на самом деле, вот, у нас 8 часов вечера, и нас только отпустили. И то отпустили пораньше, мы должны были до 9:30 здесь быть. Вообще, дали мне уже кучу всего, так что теперь иду домой. Я так давно не была в Тайгере, решила заскочить. Может, тут что-нибудь интересненькое найду. Пока ничего такого. Смотрите, какие баночки маленькие, прикольные. Смотрите, кто меня забрал. Кто? Как я по тебе соскучилась. Весь день сегодня с Ваней не виделись. Утром рано мы разъехались. И только вот сейчас вечером увиделись. Мы идем, угадайте, куда? Начинаются наши будни серые. Серые, вонючие. Вонючие будни, да. Мы идем в магазин докупать чипсы Принглс, потому что мы заказали посылку, и у нас, ой, извини, пожалуйста, у нас Sweet Home будет скоро новое видео. Так что ждите. Классно, ты мне собачка. Не знаю, я не знаю, что такой длинный. Не, ну ты же можешь, наклонить вверх. Куда? Нет, ну, короче, ладно. Ладно, сидем в магаз. Мы сейчас в магазине Эроски. Покупаем кетчики, сейчас буду готовить ужин. Еще мы купили столько чипсов, что, боже, мама мия. Взяла еще фарш. Вот. Ребята, это не все. Это не все, еще коробка дома заказана. Вот что, у нас в виде чипсов. Смотри, зеленый лучок продают. Ну, можно отмечать любой день рождения испанское. А нет, это не лучок, это точно. Это чеснок зелененький. Чесночок. Мы в этом магазине просто практически никогда не покупаем еду именно. Поэтому у нас тут интересно, что тут... О, кстати, смотри, как удобно. Тут в маленьких упаковках сельдерей продают. Я сельдерей использую для бульона, и там еще какую-то я готовлю эту еду. Кстати, можно в эту добавить, будет очень вкусно. Хочешь? Ну, ладно, не надо. Вот. Да, и суповой наборчики тоже здесь. Вообще прикольненько. Ладно, пошли дальше. О, мы дома. Я уже приготовила ужин. Так что мы сейчас уже пойдем кушать. Ваня скачивает какой-то фильм. Мы сейчас... Я уже скачала. А, уже все скачалось? Да. А, ну тогда включай. Я будем кушать. Трейлер другого фильма. Мне кажется, мы его не знаем. Вот что мы будем кушать сегодня на ужин. Я сварила пасту со шпинатом и обычно. И сделала вот такую вот подливку. То есть здесь фарш, перец красный болгарский, перец зеленый итальянский, специи, томатная паста. Так что будем мы сейчас кушать. Всем приятного аппетита. Кто-кто? Ингредиент в подливке. Пуся! Хочешь это нанять? Пусяня! Да, мы смотрели, это где логика? Вчера. Да, это мы вчера смотрели. Пуся! Смотрите, что Пума сделала со своей когтеточкой. Вы это видели? Она все размотала. Она их не только размотала. Она еще их разгрызла. Видите, что делает? Надо либо замотать, вдруг... Надо купить такую веревку и замотать. Да. Что вот она у нас все просто уделала уже. Она их просто перегрызает. Перегрызает? Угу.
Ну все, вырубаем фильмец. И всем приятного аппетита. Ну, естественно, приятного аппетита, как же. Люди сидят, ждут. А волк уже почти закончился, а они еще даже не поели. Не пожелали приятного аппетита. Все? Нет. Все. Чай потом попейте. Что вкусно. С плюшкой. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.